Ведь могут только они. Понял, а чё, где пацаны? Блин, могу упороться, сейчас пиздюлей получить. Давай сейчас попробуем вот этого гуся штурмануть, вот этого вот, смотри, Кеша стоит. Противник обнаружил нашу машину. Пробил. Враг зайчик, горит. Ты горишь, зайчик. Противник уничтожен. Один есть. Солнышко, ты горишь. Так, тут такой же, как друг. Такой же друг, как и я. Хэвик что-то застеснялся, видишь? Тут 121Б можно разобрать сейчас, понял? Вообще четко. Его никто не кроет. И смотри, что мы делаем. Мы вот так вот просто выкатываем и начинаем его кошмарить. Противник засек нашу позицию. Главное, гусеницу. Главное, чтобы Хэвик сейчас не согрелся. Или с базы, вот там ПТ-шка. Я сейчас прострелил у ПТ-шек. Бля, яга, видал, там босс хотел выехать. Подраскинуть. Будем агрессировать, ребята, будем агрессировать. Они позволяют, они дают понять, что можно агрессировать. И Дима будет агрессировать. Пробил. Противник пробил. Обнаружил нашу машину. Пробил. И Дима будет агрессировать. Цель захвачена. Нормально, довернул, видал, я его не дожал. Есть. Не дожал, цель. Задрал броню, и приведенка жесткая была. И... А вот мужчины подъехали, лянь. Поняли, что у них в правом кармане... Есть яичко. Кто-то из вас сейчас поиграет, мужчины. По-моему, Е3, да? Не, Е3 огрызается, красава. Пробил. Батух, пробил. Давай не будешь толкаться. Хорош. Оп. Гусеница повреждена. Шанс разрыва увеличен. Вот у меня привычка, блин, аптечку сразу юзать, а... У них же еще одна арта есть, а потом ловишь оглушку вторую и стоишь 40 минут в оглушке. Противник засек нашу позицию. Да, он на меня согрелся. Пробил. 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 Ну, вот что-то типа этого случая. Второй фраг. Что-то типа этого случая. Бля, вот это весь бой стоит. Никуда даже не переехал. Из Мауса говно слепили? Ну не знаю, мне нравится иногда на нем скатать. Я 13.5 до сих пор живой. Мы обнаружены. Пробил. 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 8150, нормально. Вот, граф, ты тут смотри, бой. Хороший обнаружен бой, но... Противник. Тут до тех параметров, которые ты назвал, ну вообще никак. Ну не хоть, хоть обострись. Реально. Машина в поле зрения противника. Гусеница сбита. Движение невозможно. Гусеницы восстановлены. Гусеницы чистые. Куда ты вылез? Стой, сука, не дергайся. Пробил. Сейчас все хп кому-то подаришь. Пробил. 9.365. О, смотри, суммарка десятки. Это вот грубо можно сказать. Я тут из трусов выпрыгивал, чтобы наносить урон, да? 9.635. То есть суммарка 10 тысяч, да? Вон, 10.123. И как бы, ну, я говорю, просто... Просто степень... Реальности выполнения этого челленджа, блядь, сводится просто к нулю. Тем более за 5 боев. Я говорю, я за 100 боев могу не сделать 12 тысяч суммарки. Ну, может быть такое. Поэтому как-то так.
опыт-то есть уже, знаешь, кучу боев.